уже второй раз идут депутаты, получается, депутат, вот мы сидим, да, инструмент в своих целях, в конечном итоге все потом говорят, депутаты виноваты, но там 4-5 человек, это все вопросы решают. Это 100%. Я был в 2007 году. Как делилась эта земля? Это страшно даже рассказать. Депутаты, конечно, в итоге в дураках остались, как потому что каждый забрал себе землю, что сколько хотел. А депутатов дали туда возле пожарки, еще где-то часть тулуп забрав назад. И часть до сих пор не могут оформлять, в том числе и я. Понимаешь? А у кого десятки гектаров, так и осталось, понимаешь? Никто не говорит, что то время. И Сергей Олегович, и Саша, любимый. Видишь, одна компания были. Мне так нравится, когда они дерутся. Я в 7-м році не був депутатом, я поясню, з 10-го року, так що побачу. Саш, дай я до кінця скажу, інтересно перейти, не за тебе, понимаєш? От сьогодні, коли починається опять 2007 год, ми від землю дали людям, правильно? Там уже, смотрите, є структура, яка контролює все це. Я хочу задати вопрос. Сергій Олегович, лично вам. Ми все тут говоримо. А контролировать дальше никто не контролирует. Департаменты. Что, зачем они зарплату вообще получают? Их надо гнать, давайте примем эту структуру, вот это, метлой, хороший, дайте мне, я выгоню. Потому что же достали. У нас вчера фракция была, разошлись, не приходя это самое. Вроде у людей все есть, документы, а мы здесь не голосуем за них. Когда вопрос касается, оказывается, люди абсолютно правы, еще за это деньги дали.